Традиционный городской праздник выпускников 2016-2017 учебного года открыли театрализованным прологом «Навстречу мечте». Для школьников, их родителей и учителей выступили образцовые хореографические ансамбли «Ритм-данс» и «Черноморочка» Балаклавского дома детского и юношеского творчества. По красной ковровой дорожке прошлись главные виновники торжества – медалисты 2017 года. Эти ребята достигли не только академических успехов, но и подтвердили свой золотой статус успешной сдачи единого государственного экзамена. С напутственным словом к выпускникам обратилась депутат Законодательного собрания Севастополя Татьяна Михайловна Щербакова. Сейчас вы лучшие, но вы придете в вузы, и вам придется заново доказывать это, заново добиваться звания лучше. Но самое главное, чтобы после того, как вы получите профессию и станете лучшими, а в этом я не сомневаюсь, вы вернулись в Севастополь, потому что город нуждается в вашем таланте, в вашем труде, в ваших знаниях. Первыми из рук представителей руководства города заслуженную награду получили медалисты, которые в ходе сдачи единого государственного экзамена набрали близко к максимальному количеству баллов. Таких ребят в Севастополе 11. Я думаю, в первую очередь большую роль играет поддержка родителей, которые всегда рядом, которые помогают в трудную минуту, во все неудачи. Они всегда поддержат и скажут слова, которые смотивируют тебя делать больше, делать лучше. Хотелось бы выразить свою благодарность нашему школьному учителю русского языка Нине Валерьевне. Всему преподавательскому составу нашей школы, гимназии, которые нас поддерживали. Рекордсменами по количеству наград высшей пробы стали первая гимназия имени Александра Сергеевича Пушкина и школа номер 3 имени Александра Невского с углубленным изучением английского языка. Они выпустили в свет по 12 медалистов. От имени правительства Севастополя ребят поздравил заместитель губернатора Севастополя Юрий Иванович Кривов. Я бы очень хотел пожелать вам, от имени губернатора, от имени правительства, от имени вообще всех горожан, чтобы вы были верны тому месту, которое вас вырастило. Главное – это сердце. Главное – это человеческие, гражданские качества, которые обрели наши ребята за эти годы пребывания в наших севастопольских школах. Последние звонки отзвучали, экзамены остались позади. Теперь севастопольским выпускникам предстоит поступление в лучшие вузы страны и увлекательная студенческая жизнь. Елена Артищева, Дмитрий Лелека, Севинформбюро.